Мы находимся на главной странице сайта, и нам необходимо отредактировать эту страничку, а конкретно специалисты. Мы нажимаем «Редактировать в Elementor», именно вот эту строчку, не footer, не header, а именно первую. Загружается вот такой построитель. Здесь лучше ничего не трогать, чтобы не сломать. А делаем только то, что я покажу. Вот это можно подвинуть, как удобно. И идем вниз к нашим специалистам. Кликаем по тексту, и у нас открываются вот такие вот слайды. И у нас 4 слайда, 4 специалиста. Чтобы отредактировать специалиста, кликаем по-любому, меняем текст, изображение, выбираем другое. Это удалить, либо сразу выбрать другое имя, заголовок, вот он, и так далее. Чтобы добавить нового специалиста, просто нажимаем «Добавить элемент» и заполняем текст, картинку. Тут у нас страна в тайтле и тут имя. Удалим пятый элемент. И в конце всех манипуляций, хотя нет, это у нас десктопная версия, вот, видно. Компьютер. А еще нам надо отдельно сделать для телефона. Переключаемся в режим телефона, и у нас появляются наши специалисты чуть-чуть другой дизайн, чтобы он красивый был на телефоне. Вот компьютерный становится неактивен, и мы можем редактировать телефонный вариант. Все точно так, только у телефонного варианта свои настройки размера, чтобы было красиво под телефон. То есть продублировали десктопный вариант, телефонный вариант, в самом конце обновить, и все готово.